сегодня перебирала картошку. Гнилой набрала. Всю перебирала, которая в крупной у нас в сарае стоит. Вот столько гнилой. И часть, где я немножко гнили, куром сварила. И кочан сегодня мы срезали. Борщ варила. Эх, услышал меня петух. Он всегда такой возглас делает. А, петух, куда так? 4 яйца сегодня наши молодочки снесли. Ну что, мои хорошки, есть у вас еда. Так, травка есть, водичка есть. Картошку съели? Доедайте до конца. До конца докушаете, потом я могу вам что-то предложить. Да? Мои хорошие. Мои курочки. Курушки. Вчера я тут им убрала камень, чтобы они тут свободно копались. А? Копайтесь, идите, копайтесь. Копайтесь. Вот лилии вчера зацвели, сегодня уже в кулачки. Сегодня уже я их буду обламывать. Вот они цветут так, потом вот так. Обрезала листья на кабачках плохие. Оставила немножко, вот валяются, еще не убрала. Ежевика мелковата, колючая. Но зато она вся покраснела, будет спеть. А там у меня мята и ежевика. Кустик. Кончик повесил. Так, сейчас посмотрим помидорки черри и пойдем щупать актинидию. Вот здесь вот я тоже срезала, отцвела многолетняя бузульник, что же называется. Отцвела. А это вот опять не хочет цвести. Все-таки я его удалю, вот этот клематис. Что-то ему, я уже его на третье место сажаю. Удалю, выдеру с корнем собаку. Слышишь, ты? Я тебя выдеру. Я тебе больше не дам жить. У меня он тут черри водой их заливала, плавали. И то он. Ох, у них тут жарко за стеной. Так, а здесь у меня упала железяка. Анка. Ой, это я вчера вот эту обламывала сушить. Ветром, видно, повалила. Держалку. Вот они, черри. Пусть спеют, им тут тепло. А потом придет похолодание. Посмотрим, что будет. Может, я их и сорву. Но на них не так много. Петух залез куда? А? Думаю, ты их там кормить сейчас начну. Придется огурец отдать. Знаете? Да, кидаю, кидаю. Сама не съем, вам дам. Сама не съела и им дала. Но у вас трава есть. Я сегодня огурцов вам не буду давать. Травы много. Колупайтесь. Колупайтесь.
Так, дверь открыта. Муж пошел. Это я курам сварила картошки. Там у меня и капуста, и свекла. Сейчас буду мялкой. Это курам на завтра буду давить сейчас. Сегодня у меня напополам картошка и подкачана зеленые листья. Изрезала, сварила. Может, съедят. Сырые они им жестковато. Он остынет. И я им в холодильник на ночь поставлю. А сейчас я им додала, что вчера варила. Пусть стынет. Съедят. Себе и то борщ сварила из зеленых листьев. Свекла тоже и листья. И потерла полторы свеклы. Мясо, морковка. Так что мы едим, и они пусть едят. Так как все молодки, поэтому яйца тоже маленькие. Вот это яйцо стукнули они. Завтра я его изжарю. Вот они совсем небольшие. Вот это только побольше яичко. Вот это битое сегодня снесли. И вот эти сегодня снесли три яичка. Вот это в травке. Травку надо будет обмыть потом. Сейчас мы перестали яйца покупать. Два раза покупали. Сейчас пока хоть и мелкими обходимся своими. Помидоры стали очень быстро спеть. Не успеваем съедать. Но это не на ветках. Это мы зеленые срывали, и они стали быстро. Тут еще одна. Потом. Это еще. А вот выбрала. Там посиленее оставила. Сюда положила покрасней. Чтобы все сразу не спели. Поэтому оттуда выбираю розовые. И они у меня вот в этом ящике. Я в этом году ничего с ними не делаю пока. Аджики прошлогодние полно. И маринованные есть. Пока ничего не делаю. А, и вот на подоконнике бычье сердце еще лежат. Они мягкие, но еще цвет не очень такой красный.